Редакция «Телеэкспресс» представляет новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о некоторых темах. Готовность номер один. Ноябрьск принял участие в массовых учениях по гражданской обороне. Протянем руку помощи. Воспитанники детских садов присоединились к гуманитарной акции для пострадавших на Дальнем Востоке. И для тех, кто учит, в эти выходные профессиональный праздник отмечают педагоги. Итак, Ноябрьск принял участие в всероссийской тренировке силы средств гражданской обороны. Перед муниципальными властями стояла задача отрепетировать действия в условиях военного времени. В рамках тренировки в городе прошел целый ряд мероприятий. В школах и молодежном центре были организованы пункты сбора населения. В пожарной части организовали выставку спецтехники, а на улицах города кадеты и ребята-волонтеры раздавали прохожим памятки с правилами поведения в случае ЧС. Масштабные учения прошли и на предприятии пассажирской перевозки. Здесь специалисты проверили уровень радиации и химической зараженности транспорта и провели его очистку. Ямал вошел в число регионов с максимальной устойчивостью. Фонд «Петербургская политика» подготовил очередной рейтинг социально-политической устойчивости регионов. Позиция нашего округа не изменилась. Ямал по итогам сентября занимает 6-ю строчку среди всех субъектов федерации, набрав ровно 9 баллов. Среди позитивных событий в округе эксперты назвали проведение в Салехарде международного арктического форума, утверждение инновационной декларации Ямала, открытие в Таркасале моста через реку Пякапур и ряд других событий. Негативно на устойчивости региона сказались ДТП с участием сына сити-менеджера Ноябрьска и выход депутата окружного заксобрания Владимира Вдовина из партии «Единая Россия». Жителя Ноябрьска сняли с поезда за перевозку наркотиков. Запрещенные вещества представители правопорядка во время обыска нашли в личных вещах мужчины. У 31-летнего пассажира изъяты пластиковая бутылка, полимерный пакетик и шприц с веществом темного цвета. В ходе проведения исследования выявлено, что это гашишное масло массой свыше 27 граммов. Задержанный признался, что изготовил наркотик самостоятельно для личного употребления. Употребить, кстати, успел. При задержании мужчина уже находился в состоянии наркотического опьянения. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска отметят профессиональный праздник. Завтра, 5 октября, службе исполняется 95 лет. А сегодня, в канун круглой даты, исполняющий обязанности начальника Ноябрьского отдела внутренних дел Игорь Степанчук поздравил коллег с профессиональным праздником. Добавлю, в Ноябрьское отделение уголовного розыска образовалось в январе 83 года. Тогда в его штате насчитывалось 12 сотрудников. Сегодня 33. Руководит отделом УГРО майор полиции Владимир Кушинер. Наши опера достойно выполняют поставленные перед ними задачи. Они справляются со всеми трудностями, которые стоят перед ними. И способны и дальше защищать интересы как наших граждан нашего города, так и государственные интересы. С праздником вас! В отделении медицинских осмотров Ноябрьской городской больницы работает новый стоматологический кабинет. За все время его работы, это почти 2 месяца, в кресле у опытного стоматолога побывали около 1000 человек. Кабинет оснащен современным оборудованием немецкого производства и новейшей стерилизационной техникой. Прием ведет врач-стоматолог, который прошел специальное обучение. Отмечу, записаться на осмотр или лечение могут не только те, кто проходит профосмотр, но и те, кто просто решил проверить состояние своих зубов. Для того, чтобы попасть на прием к специалисту, нужно предварительно записаться в 30-м кабинете отделения профосмотров. Лечение кариеса, его осложнений, снятие зубных отложений. У нас ультразвуковой наконечник, современная стоматологическая установка, фотополимерная лампа для фотопломб. Так что весь спектр лечебных манипуляций. «Вместе спасем детство» – благотворительная акция под таким названием сегодня завершилась в детском саду «Ромашка». Она проходила целую неделю, в течение которой не только родители, но и сами воспитанники сада собирали игрушки для детей Дальнего Востока. Напомню, там до сих пор устраняют последствия самого масштабного наводнения столетия. Собранные плюшевые мишки и другие игрушки отправятся в Дальневосточный федеральный округ и хоть как-то скрасят мрачные будни дальневосточной детворы. Ноябрьские ТСЖ «Ямал» и «Ника» в числе первых подали заявки на получение финансовой поддержки из окружного бюджета. Оба ТСЖ претендуют на получение субсидий, которые возместят затраты по приобретению оборудования, в частности, компьютерной техники и программного обеспечения. Сайт ЖКХ «Ямала» напоминает, что на такой вид помощи могут рассчитывать ТСЖ с опытом работы не меньше года. Субсидия, максимально возможная сумма которой 50 тысяч рублей, предоставляется один раз в 5 лет. Господдержку также можно получить на возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией ТСЖ и арендной плате за используемые помещения. При этом нужно успеть вовремя подать документы. Это необходимо сделать до 25 октября.
Регистрировать права на квартиры, дома и земельные участки теперь можно по интернету, пишет сегодня российская газета. Такая возможность в нашей стране появилась впервые. Однако массово пользоваться этой, безусловно, удобной услугой граждане смогут не раньше начала 2014 года, уточняют в Росреестре. По словам специалистов, Минэкономразвитие сейчас определяет порядок взаимодействия при подаче запросов и отрабатывает рабочие моменты. В защиту владельцев недвижимости от мошенников направлена норма о том, чтобы не регистрировать без личного присутствия граждан или их законных представителей покупку-продажи недвижимости. Но для этого собственник, который по каким-либо причинам ждет подвоха, должен прийти с паспортом в офис Росреестра и написать заявление. В этом случае все регистрационные действия с квартирой или участком будут запрещены, говорят в ведомстве. Октября свой профессиональный праздник отметят учителя. Правда, поздравления педагоги начали принимать уже накануне. В администрации города по случаю праздника были отмечены лучшие представители этой отрасли города. В учреждениях образования прошли праздничные концерты, а в домах культуры целые программы со словами поздравлений и благодарностей в адрес педагогов. Ноябрьских учителей с профессиональным праздником поздравил и депутат Тюменской областной думы, начальник департамента регионального развития «Газпромнефти» Сергей Белкей. Уважаемые учителя, работники и ветераны педагогического труда, примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем Учителя. Для нас этот день всегда был особенным. Профессия педагога, почетная в нашей стране, с летописных времен, к учителю шли за знанием, помощью и советом. Ямальские педагоги – это наша гордость. Сегодня в округе трудятся новаторы, энтузиасты своего дела – многие из которых носят почетное звание «Заслуженный учитель России». Наши педагоги неоднократно становились финалистами и победителями самых престижных всероссийских конкурсов и олимпиад. Сегодня вы успешно осваиваете новые учебные программы, самые современные методы работы, реализуете перспективные научные проекты. Благодаря вам, наши дорогие учителя, подрастает новое замечательное поколение активных и творческих, амбициозных ребят. Их успехи на престижных олимпиадах – ваша заслуга и ваш вклад в будущее Ямала и всей России. Спасибо вам за преданность профессии, неравнодушие и мудрость. От всей души желаю вам благополучия, крепкого здоровья, семейного счастья, новых успехов и побед. Сами же виновники торжества утро сегодня провели на работе в кругу своих учеников и коллег. Конечно, уроки были не совсем похожи на привычные. Каждый начинался со слов поздравлений и благодарностей. В одной из школ сегодня побывала и наша съемочная группа. Преподаватель истории и обществознания Марина Мисник помнит и по сей день, как когда-то в январе далекого 1995 года пришла устраиваться в 8-ю школу. В роду, по ее словам, никого из учителей или воспитателей у нее не было. Поэтому работа с детьми – это исключительно ее выбор. Дети там такие, знаете, маленькие, мудрые где-то старички, которые могут тебя научить очень многому. С другой стороны, пока тебя окружают дети, ты себя чувствуешь сам молодым. Сегодня под ее крылом 8 классов. А сколько детей она проводила во взрослую жизнь за все свои 19 лет? Педагогического стажа, наверное, не сосчитать. Приятно делиться своими эмоциями педагог, что выпускники не забывают и часто приходят в гости. А в этом году одна из ее бывших учениц привела уже своего ребенка в первый класс целенаправленно в эту школу. Наверное, самое приятное, когда и ты где-то бываешь, где-то путешествуешь или отдыхаешь летом, и вдруг так неожиданно, случайно встречаешь своих бывших выпускников, даже имени можешь уже не вспомнить. Но так приятно, когда дети подходят, здороваются, спрашивают, как дела, рассказывают о себе. Ну, приятно слышать, что, конечно, у них все благополучно. Говорить нельзя, раскисать, жаловаться на возраст и усталость. Приходится постоянно быть в движении, чтобы не отставать от своих воспитанников и быть им не только наставником, но и другом. У нее интереснее всех. И, ну, вот вы только что видели на примере, что она подготавливает интересные задания, но где легко не только сориентироваться, ну, легко сориентироваться, потому что все представляется в игровом виде. Она на уроках может и пошутить, и иногда быть в некоторых моментах серьезным. И тактичный человек, знает всегда, как повести себя в любой ситуации. Помнит педагог со стажем и своих первых преподавателей. Ведь когда-то давно неизгладимый след в ее будущей карьере оставил любимый учитель русского языка и литературы. Обожала я ходить на уроки, учить правила, читать произведения, потому что с таким интересом она рассказывала, с таким воодушевлением, что
просто очень хотелось и посещать уроки, и общаться с этим человеком. И помимо уроков она достаточно много с нами времени проводила, и конкурсы различные проводила, и викторины проводила. Поэтому, конечно же, видимо, ее влияние оказало свою роль, потому что по образованию, которое у меня написано в дипломе, я учитель русского и литературы. Не исключено, что в будущем и сама Марина Мисник сыграет большую роль в выборе профессии своих учеников. Я помню, что в 5 классе по истории у меня были проблемы, и я подходила к Марине Владимировне, ожидая, что она будет меня... Ну, тогда мы только знакомились, что она не поймет меня, она мне пошла навстречу, объяснила, ну, индивидуально. И тогда мне сразу понравился урок истории, и я в будущем хочу, может быть, как-то связать свою профессию именно с историей. Очень часто мы слышим фразу «учитель от Бога», но кто он такой и как его распознать? Многие уверены, что это тот человек, для которого преподавание не просто работа или обычный способ зарабатывания денег, а настоящее удовольствие. В случае с Мариной Мисник, скорее всего, так и есть. Юлия Москалик, Виталий Харченко, новости нашего города. И на сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд, а я желаю вам всего доброго и до свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпром нефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпром нефть» – надежный ориентир. Октября в Салехарде облачно, дожди, ветер западный, температура 5 градусов выше 0. В Муравленко пасмурно, небольшой дождь, ветер западный до 7 метров в секунду, температура 4 градуса тепла. В Ноябрьске облачно, небольшой дождь, ветер западный до 7 метров в секунду, температура плюс 3 градуса.